Так, это у нас Тиана. А, тут протек шланг. Вот, это мы решим. Ну, дай лампу. Свет, дай. Ну, ладно, шланг. Вот, отсюда иди, смотри. Вон он дышит, видишь? Ага. Не видно. Дышит? Да-да-да, вон. А я теперь вижу. Да, видно. Так, теперь... Погнали. А тут вот это стружка металлическая. И вот это вот, все это тоже металл. Вот, ну и масло тут уже, оно прям копченое конкретно. Ну и вот везде видно, что тут есть стружка. Видите? Вот так вот. То есть, ну, разбор все покажет. Вот так прям вот, видите? Все, приехала она. Так, ну что, друзья, Тиану мы уже разобрали, пойдемте покажем вам проблемы. Давайте изначально, у нас вытекло масло, да, и автомобиль ехал без масла. Вот, к чему все привело? К тому, что задрался ремень, задрало ремень просто. Давайте, да, покажем. Вот так вот, видно, он прям со всех сторон. Это вот как раз стружка, которая в поддоне была. Вот она. Стружка. Ну, отсюда мы видим, что задранные конуса, плоскости, видите, с задирами. То есть масло черное. Но тут уже помимо этого уже были проблемы. Смотрите, корону добило до такой степени. Это вот стартово-реверсная группа. Видите, вот, то есть фрикционами в некоторых местах аж прорвало. Вот, видите, рваная корона. Вот она проблема. Суть в чем? Делаем капитальный ремонт. Капитальный ремонт в данном случае делаем на восстановленных деталях. Давайте сейчас переходим. Пока не постучишь, не поедешь. Thank you.
наличии все запчасти мы занимаемся ремонтом, обслуживанием и только вариатором. Еще раз. Ага, все, машину сделать, если себе. А, капитальный ремонт под ключ. Вот. Либо там нитро. Да, не понял. Ты так долго.